период пандемии огромную роль играет благотворительное движение. Фонд «Перле» был создан по инициативе промышленников Чувашии как раз для того, чтобы оперативно оказывать поддержку всем, кому это необходимо. Сегодня это медицинские учреждения, где лечат больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Фонд был создан в конце апреля этого года. Его учредителями являются руководители крупнейших организаций Чувашии. На данный момент их основная цель – борьба с коронавирусом. Значительные усилия были направлены на приобретение аппаратов ИВЛ. И действительно, в республике их появилось очень много. И хотя и говорят, что их недостаточно, тем не менее, их потребность сегодня покрыта. Благодаря усилиям фонда «Перле» больница скорой медицинской помощи оснащена новым медицинским оборудованием. Для нее закупили 10 аппаратов высокопоточной оксигенации. В обычном режиме работы довольно много пациентов находится на искусственной вентиляции легких или на пути к ней, или выходит после, допустим, недели или двух недель нахождения на ИВЛ. Поэтому, конечно же, мы эти аппараты будем применять и в будущем для лечения наших пациентов. Очень ценный для нас акт поддержки, поскольку медикам всей страны и нашей республики в настоящее время очень тяжело. И, конечно же, такая поддержка очень важна. Важна и медработникам, и, конечно же, пациентам. Все приобретенное оборудование после окончания пандемии останется на службе у врачей и позволит оказывать высокотехнологичную помощь больным с тяжелыми диагнозами. А фонд «Перле» уже рассматривает другие объекты приложения усилий, необходимые для преодоления последствий коронавируса. Я обращаюсь к своим коллегам, оказать поддержку и фонду нашему «Перле». Ваша поддержка, в первую очередь финансовая поддержка, она будет весьма кстати для решения насущих проблем, которые стоят сейчас перед нами. Александр Соловьев, Андрей Спиридонов, Республика.